Тверской области, как и по всей стране, начался сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящие президентские выборы. Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Ему необходимо собрать 300 тысяч подписей, чтобы получить статус зарегистрированного кандидата. «Единая Россия» на 21-м съезде партии 17 декабря единогласно поддержала выдвижение президента на выборах в 2024 году. Голосование по выборам главы государства продлится с 15-го. По 17 марта 2024 года. Сбор подписей стартовал 23 декабря. Согласно установленному графику, в Твери мобильные пункты сбора подписей будут работать каждый день с 16 до 20.00 в 7 точках. В мультимедийном парке «Россия. Моя история», в торговых центрах «Рио», «Олимп», «Дюна», «Рубин», «Рубин-2», в торговом парке номер 1. Стационарные точки по сбору подписей расположены в штабе кандидата по адресу город Тверь, улица Вакжанова, дом 7, кабинет 101, а также в офисе Общероссийского народного фронта на Вакжановском переулке, дом 9, офис 310. В муниципалитетах Тверской области кампания проходит под эгидой местных общественных приемных партии «Единая Россия» в домах культуры и других учреждениях.